Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». Ребята, сегодня мы проведем соревнование между Морозным Томом и неоновой кошечкой Анжелой. А давайте посмотрим, какая миссия дня нас ждет сегодня. Нам нужно, ребята, собрать 238 тысяч очков. Посмотрим, кто же справится с нашей ежедневной миссией. А первый участник, ребята, это у нас Морозный Том. И он уже приступил к соревнованиям. И, кстати, ребята, и он сейчас в гостях у ковбоя Тома на Диком Западе, ребята. А впереди, я вижу, его уже ждет воришка Енотик. И у нас 200 слитков. Отлично! Ребята, кто уже играет вместе с нами в игру «Том за золотом»? Есть такие? Если есть, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких игроков. А у нас тоннель, и мы в гостях у морозного котика Тома. Кстати, ребята, здесь зима и очень холодно. И, кстати, очень много опасностей и препятствий. Ой, Том, будь осторожен. А вот и защитный шлем. Отлично, он, Том, сейчас тебе не помешает. Интересно, кто же сегодня у нас будет лучшим игроком наших соревнований? Котик Том или кошечка Анжела? Ребята, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. И снова, ребята, мы на Диком Западе. Кстати, ребята, это новое обновление игры. А вы уже обновили игру, ребята? Если да, ставьте лайк. А наш Том уже подобрал самолетик. Отлично! Ого, сколько здесь золота! Попробуем его все собрать. Ой, Том, будь осторожен, у тебя заканчивается топливо. Отлично! И нашему котику Тому удалось выполнить ежедневную миссию. Кстати, ребята, а какая миссия дня сегодня была у вас? Напишите нам в комментариях, нам очень интересно. А вот и тоннель. И мы в гостях у рыжего котика Джинджера. Ребята, если вам нравится, как бежит наш морозный Том, ставьте лайк и пишите в комментариях слово «Том». О, ребята, наш Том немного врезался. Давайте посмотрим его результат. 320 тысяч очков и 1200 слитков. По-моему, отличный результат. А вот и наша неоновая кошечка Анжела. И она готова приступить к соревнованиям. Итак, ребята, наша Анжела начала соревнование с трассы ковбоя Тома. И если вам нравится, как бежит наша Анжела, ребята, и вы за нее голосуете, ставьте лайк. И пишите в комментариях слово «Анжела». А вот и воришка Енотик. Ребята, посмотрите, мне кажется, он уже немного устал от нас бегать. Кто же станет сегодня лучшим игроком? Котик Том или кошечка Анжела? А у нас подземный переход. И Анжелочка у себя на трассе. И уже успела подобрать магнит. А впереди я вижу защитный шлем. Отлично, и мы его подобрали. Анжела, давай постарайся. Может быть, ты покажешь лучший результат сегодняшних соревнований. Посмотрим, посмотрим. Ой-ой, осторожнее, Анжела. И снова мы на Диком Западе. Кстати, ребята, по-моему, очень классное обновление. А как вам? Если вам тоже нравится, ставьте лайк.
А у нас удвоение слитков. Отлично. И, ребята, наша Анжела уже набрала 170 тысяч очков. А вот и снова воришка и нотик. И у нас один динамит. Отлично. Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про котика Тома, кошечку Анжелу, говорящего песика Хэнка и много-много других интересных видео. А наша Анжела, ребята, в гостях у гавайского песика Хэнка. Кстати, здесь нужно быть осторожным. Много опасностей и препятствий у песика Хэнка здесь, ребята. Отлично, подобрали шлем, неплохо. А вот, ребята, и самолетик. Ура! Давайте немного полетаем и попробуем собрать здесь все золото. Посмотрите, ребята, какой красивый вид сверху. Осторожнее, Анжела. А вот и воришка енотик. И у нас один сейф. Интересно, что в нем. Отлично, ребята, еще один самолетик. Вот это удача на сегодня. И наша Анжела, ребята, уже набрала 400 тысяч очков. И, по-моему, она лидирует в наших соревнованиях. Ребята, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. Ой-ой, ребята, ну вот, наша Анжела врезалась. Давайте посмотрим ее результат. 476 тысяч очков и 1300 слитков. Вот это удача! Отлично, Анжела! И, кажется, ты сегодня стала лучшим игроком наших соревнований. Ребята, ну а вы не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. И пишите, кого вы считаете лучшим игроком наших соревнований. Ставьте свои лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!